И что же, всем привет, дорогие друзья. Я первоначально хочу сказать то, что две предыдущие серии они не будут выпущены, только потому, что у меня там произошла лажа со звуком, и я подумал, что не стоит их выкладывать на YouTube. Вот, сейчас я вкратце расскажу, что там было. Во-первых, мы приехали на корму корабля, чтобы помочь этому чуваку на букву Т. Я уже забыл, как его зовут, если честно. Мы установили сначала орбитальную эту двигатель. Потом из-за того, что мы их установили, нам пришлось пройти через горы мусора. И Айзек сел за пушку, и он расстрелял все метеориты. Прошел я это с нескольких раз. Потом мы пришли вот сюда вот, вот обратно в этот, в отдел биологии, и мы встретили регенерирующегося этого. Вот, и оказалось то, что тут содержится, находятся какие-то вещества, что в этом, они помогут очистить воздух от всякого дерьмища. Ну что ж, погнали, нам здесь сюда. Да. Так. Тут есть что, нет? А, ну я уже тут был. Ну ладно. Твое упрямство меня поражает. Держась за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Она уже близко. Молись. Ну и куда он пошел? Опаньки. Чуваки, спасите меня. Уйди, уйди. Где моя средняя аптечка? Черт. Так, ну что нам делать-то надо? Ё-моё. Знаешь, что тут надо делать? Ё-моё! Нет! Нет, отвалите! Так, это кислород. Так. Давайте еще тут подбегаем туда-то тогда. Да. Да. За то, что Айзек может бегать бесконечно. У нас тут этого кислорода. Так, да ё-моё.
куда бежать-то? Нет, вали. Черт, нет, если я подумал, что делать. Сколько я действительно, я не понимаю, что мне нужно делать. Так, теперь я тут остановлюсь и подумаю, как это все можно тут сделать. Так. Так, ну это что тут поднакрутил? Что? Ага. Ну как то тут можно вот сделать. Так, где-то на этой палубе хранится образцы ДНК некроморф. Кендра говорит, чтобы я подмешал их к химкапсуле, станет неприятным. И кто мне там пишет, сейчас вернусь. Да ебаю. Ну и что же, я прошел этот момент. Там надо было просто отстрелять их монстров и дождаться того момента, когда Кендра позвонит и скажет, типа, ага, что-то блокирует все время дверь. Давай, иди уже, я тебе ее разблокировала. Вот. И теперь. Так. Что же? Вон там какой человек, вы увидите?
Так, черт, надо сначала подлечиться. А, да фишка пень, у меня почти подарок не осталось. Что я подобрал? Ну и это. Делал плащ, мне поможешь. О, тут у нас что? Три косаря, опять никто его написал. Ну, потом, ладно, не с этим. Я вышпиндерехую за это. Так. Личный дневник доктор Келус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия, но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. Точно, побери это высушенный. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Так, ну и куда мне? А, тут тоже получается обратно. Нет, уйдите. Уйдите, у меня и так патронов никогда нету. Все. Уйдите. Так, главное успеть добежать до сюда. У меня, конечно, есть кислородный баллон, но... Но он же как бы один, и у меня их два. Нет, у меня один. Нет, извиняюсь, но не пойти к левам куда подальше. Айзек, конечно, бывает, но все ты задыхаешься, но... Ну, да. Уже слишком. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Черт, мне надо туда патроны закупиться. У меня патронов же нифига нету. Вот и началось, блин, бегание. Силовой блок, 15 тысяч. Все, у меня пустой. Так. И вот так вот. Так, и аптечки надо по ней переместить бы. У меня же аптечек дофига там было. В сейфе. Почему я все пишу, да? Пишет и пишет. Ну
есть новая информация об атмосфере. Так. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Все, соснул тунца. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Так. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. Ну, свидетелем чего? Мне вот интересно. Свидетелем чего? Опять же таки. Возможно, ты понял. Моя жизнь должна быть продолжена. И оно продолжится. Я, доктор Келлс Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Ну что, вся планета вымрет. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь в неизбежность. Установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Так, ну что же. Я смог убить его. Теперь надо все слутать. У меня уже инвентарь пусто практически. Так. Что тут, что есть? Так, стой, батарея я восполнил. Да, окей. 1000 кредитов, ее нельзя пропустить. Казалось. Так. Ну вот мы тогда, получается, вышли к этой станции. Ну что ж, и на этом, я так думаю, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем. Я не успел сказать пока. Теперь я это договорю. Всем удачи и всем пока.